Всем привет! Сегодня будет распаковка, но будет распаковка не какого-то там альбома, а будет распаковка посылок, можно сказать, таких... Даже не посылок, будет одна посылка в конце, а так будут такие письма, в общем, из Кореи. Сегодня будет 4 таких посылочки, потому что одна посылочка идет из Америки с карточкой. Но она идет без трек-кода, поэтому я не знаю, когда она придет, и мне остается ждать только какое-то бумажное извещение, как мне сказали. Потому что по-другому я не узнаю, придет или нет. Либо каждый день приходите спрашивать, проверьте, пожалуйста, на мое имя, фамилию, если прислали или нет. А так все остальные у меня шли из Кореи. Я покупала специально на eBay, чтобы мне вместе с трек-кодом было, я там доплачивала, потому что, чтобы все отслеживать. А в Америке, я так понимаю, для нашей страны нельзя отслеживать по Америке. И, видимо, смысл вообще этот трек-код нам присылать, раз по Америке, и так не отслеживаться, где, что и как. Давайте начнем. По ходу дела я все вам расскажу и, наверное, даже отвечу уже на те вопросы, которые созреют по ходу видео. Поехали. Итак, первая посылочка. Это у нас будет вот такой мини-конвертик. Ну, я бы не сказала, конечно, что мини, учитывая то, что здесь находятся карточки. Это мне пришла, значит, посылочка из Кореи. Сейчас мы ее откроем. Там должны быть еще какие-то, можно сказать, такие подарочки от продавца, по крайней мере, обещали. Не знаю, правда или нет. Сейчас мы все откроем. Я не открывала. Мы сейчас все вместе посмотрим. Мне кажется, это будет... Где бы еще только открыть все это? Честно говоря, не знаю. Там прям много-много пупырки. И вот прям запаковали, конечно, молодцы. На века. Можно и так сказать. Я не открывала, я только оторвала адрес и все. То есть больше я ничего здесь не отрывала. Наверное, где-то вот так открывается. Хотя нет, это тоже какой-то скотч. Я думаю, что я... О, точно. Можно вот так вот. Сейчас покажу, что я заказала. Это, ну, как я уже сказала, это, как, в принципе, написано к видео. И я уже сказала, это будут карточки BTS. А какие я сейчас покажу? О! Обалдеть там вообще! Так, тут уже больше там ничего нет. Но я уже увидела, что там, конечно... Продавец, честно говоря, не поскупился. Ой, вот я в шоке. Я просто увидела, которая там первая, и я, честно говоря, нахожусь прям в таком... в небольшом шоке. Приятно. Действительно, не обманул, положил подарочки. Так. То есть это первое впечатление, можно сказать. Мне кажется, так интереснее, когда только-только все раскрываешь. Это такая мини-распаковка карточек, но все-таки... Так, картоночка, ну прям, картонка прям, ну классно. Упаковочка вообще... Боже, что это? Ой, ничего себе. Ты смотрите, какая прелесть. О, вау, это не мог. Посмотрите, сколько всего мне. Боже, я просто сейчас все это достану, но это нереально. Я в шоке, все. Это мой любимый продавец теперь будет. Вообще, не знаю, нереально. Сейчас все откроем. Я покажу, я скажу из этого, из всего, что я заказала. А все остальное это подарочки. Боже, я в шоке. У меня теперь с BTS будет вообще куча целого всего. Обалдеть вообще. Это просто... Сейчас мы столько всего посмотрим. Я думала, ну я покажу. Я у него заказала только 4 карточки. И сейчас я вам... Давайте вот так буду складывать. Я думаю, будет все видно. Так, ну тут... Ух ты. Ну, ну понятно, что это, я так думаю, это не настоящее. Это все, наверное... какие-то неофициальные карточки, но какая мне разница, все это приятно, черт, это все приятно. Ой, сейчас опалит. Это реально просто. А, это такая прям, знаете, переливарочка какая-то. Что тут переливается?
Ну, это из персоны. Ну, понятно, да, такие бесплатные просто подарочки. Ну, слушайте, ну все равно приятно. Карточка не настоящая, но все-таки карточка. Это что? Ну, понятно, это такие, знаете, неофициальные карточки. Вот. Но, в принципе, как подарочки, это все прям очень прикольно. Очень симпатично. Почему бы и нет? Так, это что такое? Это стикеры, я так понимаю. Интересно, когда дойдем до тех, которые я заказала? Так, я достать что-то не могу. А, да, это... А, это стикеры, реально. Смотрите, как прикольно. Это стикеры. Слушайте, ну класс. Все это бесплатно, поэтому... Так. А, это вот, дальше. Сейчас я, подождите, уберу тут то, что я заказала. Так, это вот я все заказала. Попозже покажу. Правда, уже увидели. Так, тут у нас получается что-то с чимином. Я так понимаю. Мне положили здесь больше с чимином и с тахёном, потому что из-за одной карточки, которую я заказала. Так, ну это у нас... Ну, прикольно. Вот правда. Все равно приятно. Ну, я не знаю, мне очень приятно. Слушайте, всякие такие штучки. Самое интересное, каждая прям в упакованном. Каждая упакована. Тахён. Каждая прям... Как он здесь тахён? А, так это из РДНА. Очень красивый. Так, дальше. Общие. Так, тут общая какая-то карточка. Общая карточка. А, то, ух ты, смотрите, какая красота. Слушайте, ну столько подарков. Он мне, конечно, писал письмо и сказал, что там то, что-то было с доставкой не то. И что вот там что-то мы не можем. Я что-то доплачивала. И он такой, я типа положу вам столько еще больше всяких подарочков. А это что такое? Это что такое? Это... Так, погодите, я сейчас тут что-то прям с подписями. Так. Ну, это тут интересно, конечно, все. Он тут с какими-то, с такими, знаете, тут, конечно, вот здесь вот идет с какими-то с капельками или что-то. Ну, вот это вот сзади. Подписи BTS. Ну, учитывая то, что это все бесплатно, в принципе, мне как бы вот честно сойдет. Столько подарочков вообще просто. Сзади, кстати, тоже подписи. И вот такая картиночка. Фоточка. Так, слушайте, ну это куча целая. Сейчас я вам покажу то, что именно я заказала. Я, если честно, эта посылка, я боялась заказывать это все, потому что, как говорили многие, очень долго идет из-за коронавируса, там всякие, не знаю, ну, долго-предолго. У меня она пришла за неделю. То есть, как продавец меня отправил, и у меня через неделю уже в моем отделении. Я не знаю. Это, конечно, все очень странно, но это правда. Так, ну, ту карточку, которую уже увидели, это Чимин и Тахён, Эра Винкс, Тур. Туровая карточка. Я почему я заказала эту карточку? Потому что... Слушайте, ну ничего в таком хорошем состоянии. Вот. Почему я заказала такую карточку? Я когда заказывала у всех продавцов, я смотрела, естественно, на то, что у них есть с BTS еще какие карточки, может что-то еще понравится. И я увидела вот эту карточку. Там еще было написано, что это последнее, но, оказывается, я взяла предпоследнее. Я поняла, что, вот, честно говоря, Чимина с Тахёном очень мало именно как юнит, да, то есть они есть, по-моему, в альбоме Тир, по-моему, да, у них есть юнит, их снимали вместе. Вот здесь, получается, вместе.
Но больше, честно говоря, я как-то вот не помню. Если вы вспомните, знаете, где еще есть юниты Чимина и Тэхёна, да? Потому что их очень мало, потому что обычно Чимин с другими участниками, Тэхён тоже там с Юнги много очень, да, как бы с другими тоже участниками. А Чимина с Тэхёном очень, как говорится, вместе мало. Я увидела еще Эра Винкс, я не знаю, это одна из моих самых любимых эр, поэтому я прямо заказала эту карточку, ну, я не знаю, это класс. Просто первая из восьми. Ну, я знаю, там есть вот они двое, потом один Чимин, один Тэхён. Я тоже это все карточки видела, но вот это мне показалось. Я помню просто видео, как-то когда знакомилась с BTS, и когда все про них смотрела, я видела видео, как они заснимались. Поэтому, боже, я захотела прям эту карточку. Так, следующая карточка — это общая карточка. И я ее очень сильно хотела. Вообще, честно говоря, у меня сегодня и все те карточки, которые остальные я заказала, это единственная такая вот карточка. Все остальные карточки, которые я заказала, это все общие. Потому что я все-таки решила собирать общие карточки к альбомам. Поэтому это вот такая. Слушайте, ну, в хорошем состоянии. Слушайте, вот если вот так все посмотреть. Мне очень нравится эта эра, четвертый мини-альбом. Вот прям вот этот мне еще самый любимый мой, можно сказать, по фотобукам. Это, наверное, там, надеюсь, ничего нигде не отсвечивает. Все видно. Вот так вроде все видно. Классная карточка. Очень нравится эта эра. Ну, в общем, карточка просто в отличном состоянии. Вот просто. Я боялась, что что-то будет как-то вот... Но она просто отличная. Такая все складывает тут вообще. Потом, кстати, в альбомчик все в конце, когда все прям распакую, мы все это сложим в альбомчик. Я там все подготовила, поэтому следующая общая карточка — это You Never Walk Alone. Эра. Ну как эра? Эра Винкс тоже. Ну не Винкс, конечно, но You Never Walk Alone, короче. Вот тоже такая. Сзади понятно, так ничего нет. О боже. Моя любимая карточка. Слушайте, сейчас посмотрим. Ну, по качеству тоже. Тоже по... как по качеству? Ну, в общем, по... тоже видно, что хранили хорошо. Ну, очень классная тоже карточка. Я обожаю вот эту карточку. Вот именно вот эту же фотосессию. Вот эту вот с остановкой. И вот эту общую. Просто класс. Так, это у меня третья получается карточка. И четвертая. Это вот такая лимитная карточка. Love Yourself. Cancer. Ух. Ну, в принципе, тоже в таком прям... Учитывая, как я говорила про качество альбома Answer, про карточки, то, в принципе, здесь... класс. Ой, слушайте, она идет объемная. Я вот сейчас просто поэтому вижу, что она идет не переливашечкой, она идет объемная. Видишь, как будто они вот, ну, в общем, фон сзади, а они вот прям как будто так 3D. В общем, прикольно. Ну, да. В общем, вот. Вот такой улов, можно сказать. Ну, вот эти четыре, да, класс просто. Общие. Вот эти общие просто класс. Слушайте, ну, в хорошем качестве прям. И карточки очень хорошим. Я прям это все боялась, что будет. Но прям класс. От первой распаковки, от первой посылки очень хорошее впечатление. Очень много подарочков. Я надеюсь, мне что-нибудь положили в других. Поэтому давайте продолжим. Итак, вторая посылочка. Ну, я почему-то все называю посылочки, но на самом деле это конвертик. Это второй. Это тоже из Кореи. Здесь всего лишь одна карточка. Я с той стороны не буду показывать там, потому что адреса находятся. Здесь я уже адрес один. Тут, кстати, даже уже видно здесь, что мне тут прислали за карточку. Вот. Давайте скоро посмотрим. Она пришла, как я уже сказала, из Кореи. И она ко мне дошла за дней 12, наверное. Скорее всего, разница такая, почему там за неделю. Что такое вообще? Что такое?
эти пришли подольше, потому что там я что-то доплачивала, и, видимо, какая-то немножечко ускоренная была. И вы видели, какой там был пакетик и какой здесь, да, обычный. Я думаю, ну все. А так вроде ничего, дошло. Так, там больше ничего. Можно, кстати, разорвать. Ничего там больше интересного нет. Все. Ага, запаковали. А, вот как. Они просто запаковали. Ага, и сюда просто вложили карточку. О, ну класс. Прям. Там больше ничего нет. Ну, вот этот продавец, понятно, он больше... Можно даже, кстати, раскрыть там что-нибудь, посмотреть, но я думаю, там больше точно ничего нет. А вот тут, кстати, можно. Ну, хорошая картоночка, правда. Ну, и, как видите, ничего интересного нету. Этот продавец просто карточку, и все. И радуйтесь жизни, называется. А здесь я заказала из Семерки. По-моему, это третья версия. Да, первая это... Так. А, вот. А я ищу. Вот. Класс. Тоже, слушайте, в хорошем качестве. Все прям. Такое прям. Все симпатичненько. В общем, качество... Просто, это просто новая карточка, как из альбома, вот просто. Ну, других, ну, другого у меня комментария нет. Так, пока сюда положу. Ну, вот только одну заказала, потому что у тех продавцов, у которых я заказывала, у них таких карточек не было. Вот, и дальше такая посылочка, с той стороны тоже адреса я не буду показывать. А здесь у меня 4 карточки. Тоже покажу. Сегодня я, к сожалению, вам не покажу карточку еще одну, которую я заказывала в Америке, потому что она идет у меня, как я уже сказала, без трек-кода. А, мне сказали на почте, что надо ждать бумажное извещение, что очень печально. Но буду надеяться, что оно все придет ко мне. Продавец, в принципе, там хороший. И у него очень хорошие отзывы, там 100%, по-моему. Какой-то очень хороший продавец. Поэтому у меня к нему, ну, я уверена, что он точно мне все отправил. Так. Опаньки. Ой, а здесь. Здесь у меня такие липучечки. Так. Тоже картоночка. Тоже все целости и сохранности. А, вот. Целости и сохранности все дошло. Здесь тоже общие карточки. Я уже сказала, что я, если и буду собирать, то только общие, потому что я не особо как-то с кем-то хочу собирать отдельные карточки. А вот общие это... Общие это просто вот моя мечта. Так, ну, в принципе, я могу так показывать. Ну, это вот из Семерки общая карточка. Это... Вторая версия, мне кажется, ну, как бы, как сказать, она, конечно, тоже очень красивая и по фоткам, и... Так, потом, значит, здесь тоже из Семерки. Карточки, конечно, все просто в отличном состоянии, и, ну, это из первой версии. Вот, у меня еще... И я заказала вот такую лимитку с Love Yourself Tear. Ой, слушайте, она здесь прям, даже я здесь их вижу. Она же прям просвечивает, представляете? Просвечивают они там, просвечивают. Ладно. Так, они тоже... А, они тоже такая, знаете, тоже такая же, как Answer. А, тоже она объемненькая идет. И они тоже вот так вот, если... Ну, а может вот так? Не, не вот так. Вот так. Тоже как будто так двигаются. И тоже такие объемные. Честно говоря, я смотрела карточку Her. Она самая красивая из этих лимиток. Из этих лентикулярок. Она очень классная. Ну, лентикуляр, ну, хотя да, наверное. Вот, она очень классная. Но ее мало, и она очень дорогая. И я как бы не хочу столько денег реально тратить на какую-то карточку. Я не знаю, сколько альбомов я могу купить. Ну, и Вимкс, конечно же. Раз у меня ничего не попалось, то я, как говорится, докупила. Кстати, вот эта карточка была вообще недорогая. Я даже удивилась, что я быстрее-быстрее думаю, господи, она там, не знаю, я не помню, сколько она стоила, но что-то вообще, честно говоря, по ценам eBay, да, это было очень недорого для карточки BTS.
Поэтому я быстрее ухватилась, и еще у этого продавца я еще нашла те тоже карточки, которых у меня не хватает. Вот. Вот такие, короче. Ну, тут подарочков нет. Ну, в принципе, там не было написано, я ничего и не ждала. Вот. А карточки в отличном состоянии, все как новые, и я очень рада. И под конец, раз у меня американского там нет карточки, но под конец я хотела еще показать одну посылочку. Я тоже заказала ее на eBay. И могу сказать, я не знаю, сейчас она влезет или не влезет в объектив. Так, я сейчас повыше сделаю тогда. Я сейчас эту коробочку открою. Татьяна, ру. Вот, и потом уже немножко спущу вниз, там посмотрим, что. Это, можно сказать, наверное, самая моя дорогая покупка в кей-попе вообще, вот просто. Я ничего дороже вот этого я не покупала. Но это можно купить, я не знаю, ну, оно уже не выпускается. Его нигде не купить. Только на eBay, ну, по крайней мере, я как думаю, да, ну, я, по крайней мере, как знаю. Поэтому сейчас я вам покажу, что это. Я думаю, вы удивитесь, конечно, почему я это купила, раз я так скептически относилась ко всему. Ну, сейчас покажу тоже BTS. Я уже там прям чувствовала, что там куча пупырки. Продавец тоже все хорошо упаковал. Ну, извините меня за такую цену, как бы я и не сомневалась. Ух, какой пакетик. Так, с таким пакетом у меня из Кореи, кстати, из Кореи тогда пошла. Ух ты. Это что-то... Так, коробочку убираем. Так, сейчас посмотрим. Так. Тут даже, кстати, еще пока не видно, что это. Сюрприз. Оно еще... Оно еще... О, идет в пакетике. Какой пакет интересный. Смотрите, какой красивый пакетик. Ух ты, Шерлок Холмс. Смотрите, какой красивый пакетик положили. Тоже пакетик с пупыркой. Вот что. О, а это что такое? Так, там больше ничего нету в пакетике. Вот что я заказала. Так, а это что такое? Ух ты. Я не знаю, что это, и как правильно, вот так или вот так. А, не, ну, слушайте, точно вот так. Кто знает корейский, переведите, пожалуйста, мне, что здесь написано, потому что я не знаю. Может, адрес магазина, что-нибудь связано с магазином? Ну, реклама магазина или чего-то еще, точно не знаю. А, да, я заказала BTS Memories 2016 года. Я его заказала после того, как я купила Memories 2019. Я поняла, что я очень хочу еще 17-18 тоже, а 14-15 там нет карточек, и они очень дорогие, но 14 это вообще молчу, дорогущий. Вот, и поэтому их, скорее всего, нет, а хотя бы 17-18 они более-менее по адекватным еще пока ценам. Но я решила урвать быстрее 16, причем с той карточкой, о которой я мечтала с тех пор, как я только-только начала смотреть клипы BTS. Он такой тяжелый. Я надеюсь, что карточку мне положили в фотобокс. Или куда-нибудь, я не знаю. Я буду надеяться, что все положили. Ну, я вам, естественно, сейчас все покажу. Смотрите, видите? Все официально, надеюсь, ну, тоже тут BTS. В принципе, слушайте, ну, посмотрим сейчас по качеству вообще. Как, ой, как новенький, вот реально. Просто, просто новый, вот реально новый. Новый, как только-только распечатанный. Ну, просто шикарно, я рада. Здесь два находятся. Тик. Там ничего больше нет. Отложим. Так, ну, здесь понятно. Здесь, по-моему, должны быть диски. Один диск, понятно, выпал. Но диски... А, посмотрите, как он еще оторван тут получается. Ну, ладно. Диски, конечно, я планирую когда-нибудь все это посмотреть. Потому что, ну, хочется уже на телевизоре все это. На нормальном DVD-шнике.
общем, ну вот диски, как бы все 4 диска. Я надеюсь, они хотя бы, ну тут красиво как из фотосессии Young Forever. Сзади написано, что на дисках находится. В принципе, если кому не интересно, могут не смотреть. А я все-таки хочу посмотреть, как что. А, здесь, кстати, сейчас я карточку достану, в конце покажу, с какой карты. Карточку положили. Реально. Ну, не, ну я, конечно, надеялась, но все-таки. Вот. Сейчас пролистаем немножечко фотобук, посмотрим. Я его ни разу. Ну, я смотрела распаковки, но как бы это было тоже очень давно. Вот, поэтому сейчас я хочу посмотреть, кому будет неинтересно смотреть, можете дальше пролистнуть, посмотреть только карточку. Вот, но я надеюсь, что те, кто на меня подписывается, кстати, вообще большое, огромное спасибо хочу сказать, чтобы это не в конце было, а именно сейчас. Спасибо большое всем тем, кто подписывается, кто верит в мой канал, который только-только, можно сказать, новичок, который только-только начал, ему, как говорится, 3 месяца. Как раз сегодня, 24 января, ему 3 месяца. И я рада, что многим очень прям понравилось. Кстати, очень много людей смотрят. И я замечаю, что они смотрят не одно видео, а там идут дальше, 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 но не подписываются. Вот. Я, конечно, знаете, я сама такая, вот правда. Я тоже очень долго-долго, там несколько месяцев слежу за одним каналом, хотя он мне нравится. А потом я подписываюсь. Поэтому, не, ну я как бы надеюсь, что все-таки людям нравится, что я это все не зря делаю, и надеюсь, вам интересно реально вот именно мои как бы распаковки, да, я знаю, что еще там многие распаковки есть, но я надеюсь, что как, ну, мои тоже нравятся, и я все это реально делаю не зря. Хотя, знаете, вот раньше было не так интересно распаковки без камеры, а сейчас я еще с кем-то это делюсь, и мне действительно это больше нравится на камеру снимать, чем как бы одной, как-то, знаете, скучно. Слушайте, ну фотобук тоже классный. Вообще, вообще, слушайте, просто новый фотобук, не истрёпанный, нигде ничего нет. То есть, как бы, в принципе, но вот я дороже себе ничего не покупала. Так, давайте начнем. Ух ты, прям, слушайте, видно, что его, знаете, не залистали. Ну, просто не... Оно, смотрите, оно просто новьё. Мне кажется, это, знаете, вот бывают распаковки вот этих вот иностранных, корейцев, там у всех остальных... которая, ну тут понятно, все расписано, которая вот так вот, надо отсвечивать опять, если будет такое, вот так будет, наверное, хорошо. Ой, господи, 16-й год, боже, я не могу, я так люблю этот год у них, прям вот, по-моему, тут никого такого нет, охранник. Я так люблю вообще 16-й год. Просто. Второй мастер. Кстати, это второй мастер. Если что, я просто тут почитаю, прочитала, что это такое. Ну, фотобук, вот верите, он даже пахнет еще свеженапечатанным. Вот я не знаю, как это, конечно, но мне кажется... А, кстати, я начала говорить по поводу того, что... Мне кажется, это, знаете, скупает просто вот куча целых распаковок вот этих вот, эти, знаете, там 32 альбома BTS, там сколько-то еще там альбомов Memories, еще что-то. И вот я думаю, это как раз такой нам нужен. Слушайте, изменил вообще парень просто вообще другой. Просто изменился. Здесь такой прям пацан. Сейчас прям мужчинка. Ну, не все такие. Не, ну Юнги нет. Мне кажется, он такой же остался. Они с Джином вообще не меняются. Ну, про Джина-то отдельная, конечно, история. Не, ну Хасук тоже, кстати. Мне кажется, он тоже таким же остался. Вот вообще тоже. Ничего не поменялось. Вот, короче, трое, как говорится, те же самые, в принципе. Так, тут всех видно. Кстати, вот тут вот не видно. Тут, если что, Джин. Тут вот прям по середке. Даже, честно говоря, мне не... Вот, и все, слушайте, у меня всегда я мысли начинаю, а потом все у меня пропадает. Вот, и я, мне кажется, что как раз они это все скупают только ради карточек, а потом вот какие у них эти, знаете, вот одинаковые карточки. Так, чтобы тут все не отвечало. Одинаковые карточки, там, не знаю...
понятно, вот куча этих вот фотобуков. Естественно, потом они все это продают с карточками отдельно, ну, которые у них есть. Я реально купила именно с той. Ее я бы хотела просто отдельно купить, но я подумала, раз, в принципе, у меня меморисы хочу, и появилась возможность купить именно с этой карточкой, она ушла вместе с фотобуком, и мне кажется, так вышло намного дешевле, чем я бы покупала там, допустим, отдельно фотобук, а отдельно карточку, потому что, ну, отдельно карточек таких вообще нету, правда, вот честно. Кстати, это все второй мастер идет, все подготовка, подготовка. Поэтому, о, Music Video Fire. Да-да-да. И вот карточки у них классные очень к этому меморису. Я не знаю, мне кажется, в этом клипе они такие, ну, смешные какие-то, мне кажется. По прическам, вот по прическам точно. Джин блондин. Мне кажется, больше он блондином... Я не помню его блондином. Я все думаю, что я что-нибудь пропущу. Ну, фотобук, конечно, классный. Он очень красивый. Тут все воспоминания 16-го года. И почему я решила? А, все-таки меморисы. Вот остальное там, допустим, как я говорила, да? Вот так вот сделаю, чтобы все посмотрели. Как я говорила, почему... Я, допустим, там концертные, мастеры, summer package и так далее. Вот это все я, допустим, ну, как не планировала, так и не планирую. Ну, хотя, знаете, вот что зарекаться, я про меморисы. Ну, меморисы — это другое дело. Это вот... Для меня меморис — это как общие карточки. Это со всеми. И меморис... Так, посмотреть... Меморис — это такое, знаете, воспоминание за целый год. И ты просто такая листаешь его и такая, ага, так вот это было, вот это, вот это. Поэтому для меня меморис — это такой, не знаю, какой-то отдельный, отдельная такая категория, которую я реально все-таки планирую собирать. Ну, кроме 14-го точно года, хотя, знаете, там на дисках есть Россия. И это очень для нас, мне кажется, очень значимо. И, в принципе, я бы, наверное, хотела. Хоть там небольшой такой вложик, влог по России, да, но все-таки так. Все-таки я бы очень хотела. Ну, а 17-18, понятно, что их пока еще тык. Так, всех посмотреть. А еще, в принципе, их можно нормально купить. Но вот я, кстати, планирую меморисы, если покупать 17-18, я планирую без карточек. Да, в 17 году карточки еще такие были ничего, нормальные. Вот, можно, если с кем-то там будет по нормальной цене, по адекватной, и с какой-то тоже карточкой, как вот тут, да, то, возможно, с какой-то карточкой. А так я планирую без карточки. В 18 году я точно буду без карточки, я не хочу за это переплачивать, потому что мне... Они, ну, совершенно не нравятся. Они там все в каких-то просто в костюмах, в одинаковых, ну, как в одинаковом таком стиле просто стоят и в какой-то там, не знаю, какой-то позе. Поэтому я как бы, ну, не очень хочу. А, Young Forever альбом, фотографии, класс. Тут, наверное, все собрано то, что, да, как они это снимали, и то, что нету в самом... фотобуки. Я надеюсь, что я так более-менее показываю, ничего не должно отсвечивать. По крайней мере, я стараюсь. Но фотобук в отличном качестве. Видно, что его реально не вот так вот прям 100 раз просмотрели. Очень классно. Кстати, сразу отвечаю на вопрос. Я пока листаю как раз, тут в принципе, пока листаю, мы вспоминаем, что было в 16 году. Замечательный год. Когда они, по-моему, получили, да, свой первый The Sun, альбом года. Они были в шоке, я помню это видео. Вот. Тык, тык. Всех видно. Вот, кстати, у меня вот этой карточки, да, нету. Но я нашла. Я уже себе там отслеживаю, и надеюсь, до меня она... Оп. До меня она дождется.
потому что очень красивая такая тоже карточка, общая, яркая. Они такие еще все, тоже и волосы яркие у всех, все, поэтому тоже очень хочу. Очень мне нравится вот этот вот. Вот эта вот фотография. Я люблю Young Forever. Кстати, почему здесь написано не Forever? Вот интересно, это только у меня или у всех? Надо будет у кого-нибудь распаковку посмотреть. Потому что что-то такое, почему Forever? Это, видимо, какая-то опечатка. Но я надеюсь, что это не только у меня. Мне очень нравится этот клип. Мне очень нравится песня, клип. Не знаю, очень классно. Чимин мокрый. Вот, сразу отвечаю на вопрос, который, я думаю, созрел у всех. Почему я купила именно на eBay? Отвечаю. Во-первых, потому что я не меняю, не продаю, не покупаю карточки вообще. Естественно, это был такой мой первый опыт и первое такое, как сказать, первый такой, знаете, эксперимент. То есть дойдет, не дойдет. Положит то, что я купила, в каком качестве, как, что вообще. Но, как вы видите, в принципе, у меня очень удачненько. И первый, блин, не комом, короче. Так, пойдем там. Вот это мне так нравится. Вот эти вот у них Винкс, короткие фильмы. И то, что они сюда тоже это все включили. Очень красиво. Красивая, кстати, картина. Что Чонгук только не умеет, я не знаю. Мне кажется, он умеет все. Но он рисует потрясно. В In The Soup какую картину нарисовал? Очень красивая прям. Ну, мне понравилось. Классно. Вот. И на eBay все-таки реально ты там можешь, если тебе что-то не пришлют, или пришлют не то, или пришлют не то, ты можешь eBay, да, идет гарантия возврата денег. Поэтому, в принципе, хотя бы я там не очень рисковала. Но я выбирала продавцов, естественно, проверенных, у которых очень хорошие отзывы, в основном, чтобы 100% были. Но есть, конечно, там, из этих, которых я купила, 99,7, ну вот так. Ну, короче, в принципе, я почитала за последний месяц, там, сколько, даже 6 месяцев, не было у них отрицательных. Поэтому я доверилась и купила, ну, в принципе, не зря. Вот. Я, естественно, выбирала еще плюс по цене, чтобы было нормально, адекватно. И как бы, ну, короче, я долго сидела, очень-очень тщательно все выбирала, читала отзывы. Вот. Теперь вопрос, почему я не покупала, допустим, ВКонтакте. Да? Хотя, естественно, на eBay все дорого, плюс доставка, плюс непонятно, когда привезут, но в этот раз из Кореи можно спокойно заказывать, потому что реально, ну, мне, по крайней мере, все дошло очень-очень. Быстро. Вот. Почему я не покупаю ВКонтакте? У меня на это, знаете, один ответ. Bullshit and Tears. Это, кстати, фотографии. У меня один ответ. Потому что у меня нет контакта. Вот хотите, верьте. Хотите, нет. Хотите, думайте, что я не знаю. Даже не знаю, что надо сказать, но я не зарегистрирована в ВКонтакте. Я помню, как только появилась эта сеть, я училась, и девчонки такие: ой, все, мы там зарегистрировались, так, давай все регистрируйся, значит, там добавишь меня в друзья, там ты-ты-ты-ты. Я такая: а, окей, все. Я вечером пришла, значит, села, за ноут такая, думаю, ну да, все. И села, практически зарегистрировалась, верите? А, ну ты что здесь вообще, конечно, с этим цветом глаз. Ну, так, ладно. Вот, и... И знаете, я практически зарегистрировалась уже, но в итоге я хоп и отмена нажала. И почему-то
Потом я уже... Мне девчонки спрашивали, конечно, там, давай, там, это, что, почему не зарегистрируешься и так далее. Но я почему-то так до сих пор и не очень хочу там регистрироваться. Почему-то мне эта соцсеть как-то не вызывает доверия. И, в общем, я просто там не хочу регистрироваться. А знаете, я регистрировалась только для того, чтобы там, не знаю, обмениваться, покупать карточки, там еще что-то. Но тоже для этого не хочу, правда. Music видео. Тут вроде правильно написать Sweet and Tears. Странно, конечно, про Forever. Ну ладно. По-моему, так вижу нормально. Тут вроде вообще ничего не отсвечивает, кстати. Тут не черный, так ничего нет. А, вот все-таки отсвечивает. Поэтому вот, я сразу ответила на этот вопрос, если меня бы кто ничего не спросил. Потому что покупаю я в основном альбомы на Gmarket. Я знаю, что там дорогая доставка, что там EMS. Но зато все приходит. Все приходит быстро. Приводит мне курьер домой. Меня это все устраивает. Вот. А, ну, на eBay тоже получилось. И плюс мне действительно там, там реально невыгодно, если продавец тебя обманет. Вот правда. Там же какие-то идут рейтинги или что-то. Потому что я то, которое первое видео, ну, я сняла немножечко не сегодня. Вот, потому что, ну, он пришел, и мне как бы, ну, хотелось отписаться, что я получила все честно. Потому что, ну, как-то не написать отзыв или не написать, что все окей. Ну, как-то неправильно, нехорошо по отношению к продавцу, который тебе все быстро отправил и все прислал, и плюс еще подарочки. Поэтому как-то вот это классная фотка. Поэтому, ух, вот это вообще. Это все Тэхён. Поэтому я как бы, да, ему все написала, он мне тоже все пятерочки поставил за все и написал, что прям, ой, что надеемся на будущее еще сотрудничество, там прямо супер-пупер, лучший покупатель. Ну, в общем, приятно это все, конечно. Вот. Главное, что он прислали все, что я заказала. Поэтому я себе сохранила этих продавцов и на будущее буду, если что, заказывать. Потому что действительно все в хорошем качестве и действительно меня не подвели. Ну и плюс еще то, что вот это вот возврат денег, да, и у тебя есть какая-то гарантия. Я хотя бы не так реально переживаю за свои деньги, потому что ВКонтакте я что-то как-то не очень уверена. Но тоже как вариант, почему нет? Если у всех все хорошо, все все заказывают, у всех все приходит, и как бы, ну, это выбор людей. Я выбираю, как говорится, где побезопаснее, вот, поэтому, как бы, да. Да и ВКонтакте меня нет. А, ну и микстейп Юнги. Кстати, да, в 16-м году же был у него первый. Так что, по-моему, я все рассказала, все показала. Все, что хотела, по крайней мере, я рассказала. Ай, вот. Спасибо, Арми. Это фотка, походу, из того, где они получили за альбом. Классный фотобук. Что ж тут говорить. Классный фотобук, качественный. И в хорошем качестве. Все. Ну, кроме диска, конечно. Но, слушайте, вот честно, нормально. Так, ну и карточка. Чего уж теперь скрывать, какая карточка. Естественно, это тот клип, который просто, не знаю, мне так понравился. Я просто, наверное, из-за него. И думаю, все так. Я точно буду за ними все смотреть, следить и так далее. Это вот так, в такой штучке прислали. Это был Sweet and Tears, конечно. О,
Слушайте, в какой штучке? Прикольно. И плюс еще в такой. Так. Тиндерс. Ну, этот сзади. И вот такая карточка. Я, знаете, когда смотрела этот клип, и когда вообще про эти все карточки и так далее, я такая думаю, как бы я хотела, чтобы была такая карточка из клипа. И она есть реально. И я просто об этой карточке я мечтала, не знаю, с самого-самого первого дня, как только я вообще узнала, что есть карточки, что есть вот такие альбомы. В общем, вот, ну, она реально существует. И я такая думаю, все, я хочу столько с такой карточкой. И мне все прислали. Слушайте, и вот если посмотреть тоже, в отличном качестве. Просто придраться не к чему. Просто вообще. Супер карточка. Ну, в общем, вроде все мне тут прислали, что я заказала. Итак, я подготовила альбомчик, который вы уже видели, но кое-что вроде здесь немножечко изменилось, поэтому будем по ходу дела уже смотреть. И я все, в принципе, уже для этих карточек подготовила. Вот так, открою свой. Здесь вот, пусть у меня здесь лежат. Ну, в принципе, здесь ничего не изменилось у меня. Здесь я вставила открыточку. Не знаю, почему у меня так все лежало-лежало. Я такая думаю, вставлю открыточку, а с этой стороны я вставила эти стикеры из третьего альбома. По-моему, в третьем были. Так, ну, тут, как говорится, у меня своя общая выпавшая карточка, поэтому, ну, хотя бы на это не надо разоряться. Первоначально вот эти карточки... Вот эту и You Never Walk Alone я хотела вставить как? Я хотела, думала, ну, здесь как бы, да, и вот сюда вот так. Думаю, ну, здесь будет пустое место. Как-то не очень смотрится, если честно. И хотела вот эту тоже на отдельный листочек и тоже. И здесь тоже будет свободно, ну, свободно. Потом думаю, может быть, мне докупить чью-то карточку, да, вот из этого же альбома. Потом думаю, да нет, что-то как-то вот... Не хочется вроде. Я думаю, для чего? Только чтобы закрыть. Ну, мне там, конечно, нравится в этом альбоме у Чимина фотография очень. Здесь я не знаю. Поэтому думаю, ладно. В общем, что-нибудь придумаем другое. Ну, Young Forever у меня, понятно, нету. Здесь все осталось. Понятно, тут Винкс. Дальше идет Винкс. Винкс. И сюда у меня пойдет. Тоже пойдет уже общая. Кстати, она больше... Да ладно. То есть, получается, мне уже вот так ее не вставить, да? Ну, притык будет. Обидно. Обидно. Придется ее вот так вот. Вот так хорошо. Ну, я, конечно, планировала, да. Ну, хотя бы вот так. Ну, а что делать? Ну, хотя бы так вставить, и то красиво. Винкс. Ой, слушайте, правда, переворачиваешь, что смотришь, а тут переворачиваешь, и с этой стороны Винкс. А здесь я ставила место для вот этой карточки, потому что это тоже 16-й год, тоже тур Винкс, и как бы в обычные она тоже, к сожалению, ну это если прям вообще постараться, но мне не хочется как-то прям ее, поэтому я тоже решила, ну да, большая, конечно, для нее, но... Мне просто нравится этот альбомчик, потому что мне не хочется большие, потому что у меня не столько карточек, и все влезает все в один, и он как-то, знаете, так мне нравится, как-то уютненько смотрится, и, ну, мне нравится, в общем. Так, поэтому вот эту карточку я решила сюда вставлю. Дальше. И, кстати, как тоже Винкс, и тут Винкс, очень классно. Дальше как? Это из School of Fairy сюда. Она у меня была в другом месте, но я решила ее сюда вставить, потому что я решила так. В общем, у меня здесь будет вот так. Эту карточку я ставлю сюда. Дальше у меня будет из Memories. Пойдет сюда. 16-й год. И You Never Walk Alone пойдет вот сюда. И смотрите, какая получилась красота. Какая у меня такой концепт? Какой у меня здесь концепт? Да, у меня тоже есть концепт.
Здесь, значит, получается 14, 15, 16 и 17 год. И знаете, получается так, что эра, можно сказать, вот это 13-14 год, дальше 15 эра Run, I Need You, дальше 16 эра, все-таки я считаю, это эра Wings, да, ну и 17 год, Spring Day, ну, тут вопросов нет. И смотрите, как получается, что 14, 15, 16, 17, и дальше мы переходим в эру Love Yourself. О, смотрите, как красиво здесь, класс. Эра Love Yourself. Я очень хочу лимитку, конечно, Her, но она такая дорогая. Я вот буду когда миллионершей, наверное, никогда не буду, учитывая, сколько я покупаю, не знаю. Ну, в общем, короче, может быть, когда-нибудь, но их очень мало, и этим пользуются продавцы, что их мало. Дальше Tier. Кстати, Tier... Я этот как тир должна влезть, она идет поменьше, и я решила ее вот сюда вставить вниз. Посмотрите, если постараться прям очень-очень сильно. Я не знаю, потом, конечно, я ее доставать получаться никогда не буду. Ну, в общем, вот, в принципе, красиво получилось. Здесь карточки, а здесь в конце. Не знаю, мне как-то вот здесь внизу больше нравится. Не хотелось ни сюда, ни сюда. Почему-то вот здесь вот оно, мне кажется, будет классно смотреться. Дальше Answer. Ну, для Answer я уже сюда тоже подготовила штучку, потому что, ну, она большая, и, естественно, она там тоже никуда не влезет. Я надеюсь, что она, хотя, конечно, не карточка, и вот такой она очень будет, но я надеюсь, что никуда не денется, не вылетит. Ну, буду аккуратненько. Так, аккуратненько переворачивать. Ну, дальше, в принципе, у меня здесь ничего такого не изменилось. Персона. Ну, здесь у меня теперь стоят карточки из BTS World. Тоже они, знаете, пластиковые, тоже вроде, ну, как бы, не, ну, так-то держится, конечно. Здесь, кстати, та карточка из School of FR, она была у меня вот здесь раньше, потому что, ну, у меня же не было других еще карточек, и она так одна, думаю, куда, что, а здесь было свободное место. Вот, поэтому здесь вот из BTS World получается, здесь Memories 19-го я поставила, раз все-таки, но это в 19-м году было, Memories, и все, персона в 19-м, поэтому, ну, здесь все нормально. Ну, и один Polaroid, который у меня был такой, знаете, как один такой, ну, отдельно, поэтому я думаю, здесь освободилось местечко, почему бы сюда его не поставить, веселее. А здесь менеджер. Я, кстати, сюда из Memories вставила, в такие вот штучки, не знаю. Мне понравились просто фотографии, и я решила, что я сюда вставлю. Вот эти вот, которые там разрывные были. Ну, дальше идет семерка. И под семерку я здесь тоже подготовила. Сейчас мы тоже вставим каждую версию. Так, это первая версия. Они такие все, правда, мне не нравятся, что они прям такой черные. И вот, честно говоря, не особо так видно хорошо. Но, ну, а чего делать? Вот. Ну и, в принципе, здесь... А, ну здесь из нового альбомчика теперь фотографии. Они как раз хорошо вот так прям влезли все этот. Вот. Ну, и, в принципе, дальше уже Эйтис, которые там, в принципе, ничего не поменялось, потому что альбомов Эйтис новых ничего не было. Ой, ну вот эта карточка, конечно, просто, я не знаю. Самая, можно сказать, самая дорогая и сердцу, и кошельку, и очень красивая. Я обожаю. Я когда посмотрела этот клип, реально, и такая, думаю, смотрела, и потом этот клип, я такая... А это точно те же самые парни. Оказались они. Ну что ж, на этом все. Я, знаете, кстати, еще, может быть, планирую снять видео по поводу еще тоже таких альбомчиков для карт, потому что мне должен прийти еще один, потому что в другом у меня там вообще уже места нету. Потому что там остальные здесь у меня только для BTS и ATEEZ. А там у меня, я решила еще два таких альбомчика сделать. Отдельно женские, отдельно мужские группы.
И карточек столько просто нереально. И я, наверное, это все буду из одного в другой, там пока и так далее. И, возможно, я сниму видео, если действительно будет интересно. Надеюсь, что будет интересно. Вот. Ну, на этом все. Я все показала, все рассказала. Мне кажется, я сегодня наболтала кучу всего. Я хотела сделать короткое видео, но оно будет просто нереально длинным. Но я надеюсь, что вы посмотрите и потом не пожалеете о своем просто потерянном времени, а может, не потерянном времени. Ну, я надеюсь, что будет не потеряно, что будет интересно, правда. Стараюсь так делиться. Я не знаю, стоит ли в будущем так делиться своими покупками и так далее. Мне кажется, интересно, почему нет? Ну, как бы все-таки коллекции и как-то такое все собираем, и много людей делится. Почему бы мне тоже не поделиться? Ну, на этом все. Подписывайтесь на канал. Я надеюсь, что, как говорится, вам интересно. И если вам интересно реально, то подпишитесь. Мне приятно, и я буду реально знать, что людям нравится. И реально буду просто стараться. Я и так стараюсь, конечно, изо всех сил. Буду еще больше стараться. На этом все. Всем всего хорошего. До новых встреч. Очень скоро увидимся, потому что я кое-что жду, и прям с дня на день не очень хочу снять прям на эту распаковку. Всем до встречи, до новых встреч. Я уже не могу заговаривать, уже столько наболтать, уже вообще просто нереально. Всего хорошего. Пока!